Подозреваемые жители одного из южных регионов России работали старым классическим способом. Один мошенник по телефону умело имитировал голос сына потерпевшей, а другой убедительно играл роль сотрудника правоохранительных органов. Двое неизвестных лиц позвонили на абонентский номер потерпевшей, один из которых представился сыном потерпевшей, заявив, что его задержали сотрудники полиции за совершение преступления. После чего второй из них, представивший сотрудника полиции, предложил потерпевшей перечислить на счет мобильного телефона денежные средства за решение вопроса о непривлечении ее сына к уголовной ответственности. Поддавшись на уловку мошенников, жительница Маркса перечислила им около 40 тысяч рублей. Человек имитировал голос сына, да? Да, похож был, потому что я даже не могла ничего сказать. К счастью, оператор мобильной связи вовремя распознал подозрительную активность и заблокировал номер. Теперь у потерпевшей есть шанс вернуть похищенные деньги. Получив с незнакомого вам номера телефона звонок от человека, голос которого похож на голос вашего родственника, сообщающего, что он попал в беду, и выручить его можно только деньгами, не впадайте в панику. Обязательно задайте звонящему вопросы личного характера, ответы на которые могут вам определить, точно ли звонящий является вашим родственником, а не мошенника. Незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. Если произошла ситуация, что вы перевели деньги незнакомому человеку, подозреваете его в мошенничестве, то необходимо обратиться к нам на линию для заморозки денег на номере мошенника. Номера с подозрительной активностью, например, множественные звонки, смс-рассылка, также блокируются нашей службой безопасности. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть.